Когда началась пандемия, я не воспринял ее всерьез в самом начале. То есть мне казалось, что... Мы готовились к России вообще-то. Была надежда, что все это восстановится, что ненадолго все это. Я не знаю, в этого не поверил. В апреле должны были соревнования быть на разряд. Сейчас невозможно загадывать на это. Я не знаю. Было такое некое опустошение, огорчение. То есть всю жизнь в спорте, всегда на тренировках, всегда занимаюсь. Мы хотели на сборы ехать. Потом карантин настал, и больше нельзя было заниматься. Может, даже на пользу где-то что-то пошло? Хоть там психологически, может. Дело-то не в пандемии, это не в ограничениях, а дело в желании. Все зависит от тебя. Кушкуну буду ходить вот в лес заниматься. У меня целью только профессиональный спорт. Я хочу жить этим. Нужно лучше подготовиться, подучить что-то, подкорректировать свои ошибки. Всегда нужно искать что-то хорошее. В спорт приходят ребята, которые все равно отличаются там по духу, по характеру. Их не надо уже мотивировать. Но жизнь продолжается. По большому счету, если у человека есть желание и цель, то он найдет выход и будет заниматься и тренироваться всегда.